Наверняка многие слышали о находках различных болтов и шестеренок в пластах породы, возраст которой доходит до 300 миллионов лет. Окаменевшие от времени артефакты называют чуть ли не самым очевидным доказательством того, что человек или другие разумные существа обитали на нашей планете еще до появления динозавров. Остатки неизвестных механизмов приписывают то палеоразумным цивилизациям, а то и вовсе гостям из далекого космоса, никогда посещавшим Землю. Возможно ли такое? Кто-то может задать вопрос, о какой возможности идет речь, если факт налицо? И действительно, находки есть, они нередки. Мы даже видим знакомые нам очертания деталей. Почти точь-в-точь, что мы используем сегодня. Чем не сенсация? Загадку адамовых болтов, как и других частей древних механизмов, помогает раскрыть палеонтология.